Губернатор Алексей Русских принял участие в осмотре надземного пешеходного перехода через Димитровградское шоссе. Переход был построен в рамках введенного в эксплуатацию второго пускового комплекса, в первую очередь строительства мостового перехода через реку Волгу. Ну, по всем требованиям сделано. Стены покрашены, антивандальное покрытие. Вполне добро. Кто подрядчик был? Ну, генподрядчик у нас сама «Трансстрой», у нас в подряде наша местная организация. Это в составе второго комплекса. Высота перехода 11,5 метров, ширина 13 метров. Наружный фасад зданий выполнен из современных композитных материалов. Для безопасности людей остекление выполнено из крашеного закаленного материала. На объекте установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, позволяющие следить за общественным порядком. Тактильные указатели, современные лифты и перила делают переход доступным для маломобильных групп населения. На пролетном строении установлены табло информации для информирования водителей и пешеходов о ситуации на дороге. Мы находимся на завершающем этапе нашего, наверное, самого грандиозного и значимого объекта в текущем году. Вот эксплуатацию второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волга Резиденский. Сегодня мы входим в эксплуатацию пешеходный переход, который будет составить технические условия федерального казенного учреждения Волгограда для того, чтобы обезопасить пешеходное движение по Димитровградскому широкому шоссе в связи с возросшей уже, так сказать, интенсивностью движения по транзитным участкам города. Объект завершен 100%. Стоимость этого объекта составляет 53 миллиона рублей. Строительство объекта позволит демонтировать светофор на участке с интенсивным движением федеральной дороги, который предусматривает 6 полос движения в обе стороны. Такое решение ликвидирует аварийно опасный участок, заметно ускорит проезд автотранспорта, ограничит пересечение дороги пешеходами в неположенном месте. Таким образом, удастся повысить безопасность всех участников дорожного движения. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.